Мы продолжаем следить за насыщенной и непредсказуемой жизнью известного чувашского велопутешественника Никиты Васильева. Больше года ему потребовалось на то, чтобы объехать всю Россию, Среднюю Азию. Теперь и Китай остался позади. На очереди новая цель – Вьетнам. Вчера велосипедист пересек границу. Вьетнамские школьники встречают. Границу прошел без проблем и вопросов, пишет Никита в социальных сетях. Сложности Никита не боится. Это видно по его видеодневникам. Почти за 2 месяца жизни в Китае было немало испытаний. Сложный для восприятия язык, влажный тропический климат, полчища насекомых. На этот раз подвел и самый верный друг в дороге – велосипед. Я понимаю, что в Китае проще купить велосипед, чем его ремонтировать. Сломался, выбросил, купил новый. Сломался, выбросил. Вот так вот.